Привет, друзья, это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко, и сегодняшнее видео посвящено обзору акустической гитары от корейской компании Chord. Эта компания широко известна среди гитаристов, а ее заводы в Индонезии и Китае являются крупнейшими в мире. Chord специализируется на производстве различных видов гитар в средней ценовой категории, однако, несмотря на это, качество и технологии постоянно улучшаются, и поэтому все больше гитаристов отдают свое предпочтение именно гитарам от компании Chord. Давайте сегодня попробуем разобраться в преимуществах, а может быть и недостатках инструментов от компании Chord на примере вот этой вот модели. Готовы? Поехали! Итак, в руках у меня гитара Chord RS200 ATV-SG, что означают эти буквы, расскажу чуть позже. Верхние деки всех гитар из серии RS изготовлены из массива ели, кстати, эту серию еще называют земляная серия, RS, земля, ну вы поняли, да? Особенность же данной модели в том, что древесина здесь при изготовлении проходит специальную обработку, в ходе которой ее искусственно состаривают. Отсюда, кстати, аббревиатура ATV, что значит Age to Vintage, то есть винтаж, то есть состаривают, Vintage. Цельная древесина со временем раскрывает свое звучание, и чем старше инструмент, тем более объемный он звучит и тем лучше резонирует. Но модель RS200, благодаря специальной термической обработке, обладает свойствами разыгранного инструмента уже прямо из коробки. То есть вам не придется играть 5 лет на ней, прежде чем она начнет хорошо звучать. Нижняя дека и обечайка инструмента сделаны из дерева Pau Ferro. Это твердая древесина, которая по своим свойствам близка к индийскому палисандру. Этот материал добавляет мощь и глубину в звучание в сочетании с корпусом в форме дредноут, расширяет динамический диапазон и делает звучание гитары более насыщенным. Корпус гитары имеет полуглянцевое покрытие и защитную окантовку белого цвета на стыках дек и обечайки. Производители уделили особое внимание материалам накладки деки, бриджа и даже пинов. Сделаны все эти части из эбони, черного дерева. Порожки сделаны из натуральной кости, и это при том, что стоимость инструмента не превышает $350. Натуральная кость продлевает сустейн, а бридж из эбони прекрасно передает вибрацию на корпус и обеспечивает мощный резонанс. За строй гитары отвечают вот такие вот винтажные колки Grover. Да, конечно, открытые колки не могут похвастаться такой же долговечностью, как и закрытая колковая механика, но тем не менее ход у них отличный, и они очень гармонично вписываются в общий дизайн инструмента. Дополнительным бонусом являются струны, установленные на этот инструмент. Это Dodario XP16 с обмоткой из фосфорной бронзы и специальным защитным покрытием, которое продлевает срок службы струн и защищает их от коррозии. Ну что ж, друзья, давайте теперь послушаем, как же звучит наш сегодняшний инструмент.
Ну что ж, друзья, вот таким получился наш обзор на гитару компании Cort, модель Earth 200 ATV. Скажу исключительно свои вот реальные ощущения после того, как поиграл на ней. Мне эта гитара очень понравилась, начиная с внешнего вида. Очень понравилось вот это вот дерево под палисандр, называется оно Pau Ferro, очень... Интересное название, и выглядит очень дорого, темные такие оттенки, естественно, винтажная колковая механика, черное дерево на накладке грифа, пинах и бриджи. Все это, все эти маленькие части составляют общий такой приятный портрет. Она также очень приятна на ощупь, тактильно, вот такое полуглянцевое покрытие. В общем, держать ее одно удовольствие. Касательно звучания, здесь все предсказуемо, она звучит очень басисто, как и должен звучать дредноут, то есть такие вот низкие частоты преобладают, поэтому скорее она больше подойдет в силу корпуса и материалов для аккомпанемента. То есть она звучит мощно и на ней здорово аккомпанировать. Играть фингерстайлы, какие-то сольные вещи, ну, мне показалось тяжеловато, потому что слишком перегружены басовые частоты и мало соло. Однако, тем не менее, все звучит довольно неплохо, чувствуется, что ты играешь на качественном инструменте, поэтому, если вы ищете себе достойный, хороший инструмент по не самой дорогой цене, то думаю, что этот инструмент как раз-таки вам подходит. Ну и внешний вид, конечно же, не может не радовать. Очень приятно держать эту гитару в руках. Друзья, на этом все. Меня зовут Иван Захаренко, это канал Music Market. Обязательно подписывайтесь на канал, впереди новые обзоры новых инструментов. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Всем пока!